Приветствую вас, мои дорогие красотки. Хочу с вами вместе сегодня сделать макияж. Кстати, меня зовут Лилия, а макияж я буду делать очень легкий и быстрый, просто для того, чтобы дома, сидя дома, чувствовать себя комфортно и не забывать, что мы женщины, девушки, и выглядеть нужно всегда хорошо, а не только когда ходим на работу. Даже дома есть близкие, которые тоже хотят видеть нас красивыми. Итак, с чего я начинаю? Я буду делать все очень быстро. Беру капельку праймера, прям немножечко, ой, что-то много взяла, и наношу на Т-зону. Следующий этап, я беру тональную основу. Сейчас я использую Everlasting Sink серии The One. Это адаптивная тональная основа, код 35782 Light Rose. Кстати, все коды будут под видео. Беру прям буквально две капли и пушистую толстую кисть. Я люблю такими кистями наносить тон. И быстро наношу тон по массажным линиям. Нанесла тон, и сейчас я буду делать легкую коррекцию. Использую палитру маскирующих средств, у меня самый светлый оттенок, и консилер стойкий, тоже все из серии The One. Так, после того, как я нанесла консилер и немного маскирующего средства на зону, где у меня небольшие синячки, ну, это просто потому, что уже пора чуть-чуть подзагореть. Далее я наношу пудру. Беру пушистую кисть. Где у меня пудра? Беру пудру The One. Пусть у меня будет сегодня такая пудра. Все, что попадает под руки. Набираю много-много-много-много пудры. Стучу и после этого наношу. Следующий момент, я наношу румяна. Буду использовать вот такую вот палетку. Здесь три составляющих: бронзер, хайлайтер, который практически закончился, и румяна. И я беру немножечко из румян, немного бронзера, набираю на кисть, опять же стучу и аккуратно наношу. Так, немного нанесла румян. Смотрите, очень легкий штрих. Не должно быть видно румяных, не должно быть много на лице. Чуть-чуть, капельку. И после того, как я все это сделала, я беру специальную палетку с тенями для бровей. Использую кисть отдельную. Хотя кисти есть здесь внутри, но я беру отдельную кисть, набираю немного светлого, немного темного по чуть-чуть и начинаю прокрашивать брови. После того, как я прорисовала бровь, я беру где-то у меня здесь тушь для бровей, светло-коричневый оттенок у меня, то есть не самый темный, средний оттенок, и расчесываю брови, фиксирую, укладываю и прокрашиваю подпушек и самые светлые волоски, которые не затронули тени, для того, чтобы сделать брови еще более выразительными и пушистыми. Вот, вот такие получились бровки. В принципе, уже классно, но сделаем легкий макияж. Я использую матовые тени стойкие, у меня еще розовый оттенок. Наношу на подвижное веко быстрыми такими движениями, просто наляпываю немножко. И беру специальную пушистую кисть и тушую тени, просто распределяя их ровным слоем. А сейчас я возьму карандаш, возьму какой-нибудь серый оттенок и чуть-чуть подведу внизу капельку. Далее я беру плоскую тонкую кисть и тени, пожалуй, вот эти тени возьму.
тени Рэйфел, у меня много оттенков, я буду использовать сейчас третий тон, будет написано его код под видео. И тушую по карандашу, чуть-чуть, слегка делаю растяжку. И светлым тоном, каким-нибудь светленькое, набираю и чуть-чуть в уголочках. Готово. И хочется сделать маленькую тонкую стрелку, но можно ее и не делать, просто густо накрасить ресницы. Но я очень люблю стрелочки, они делают глаза такими игривыми, выразительными, и так и хочется просто на них любоваться. Так, передвигаю зеркало чуть ближе, тут работа тонкая, поэтому нужна внимательность. И вот после того, как стрелочки меня полностью устраиваются, чуть-чуть хочется подправить одну стрелку, но сейчас мы вот так сделаем. Нужен маленький-маленький кусочек ваточки, намочить в воде и вот тут убрать. Вот, все. А теперь красим ресницы. Сначала наношу базу, а потом тушь. Вот такой вот легенький-легенький макияж, и осталось подкрасить губы. Я просто нанесу немного светло-розовой помады, чтобы придать губам очертания и сочность. Готово! Итого получилось, сейчас скажу, сколько по времени. По-моему, 15, 10 или 15 минут. То есть очень легкий, очень быстрый, очень нежный макияж, но при этом все подчеркнуто, личико выразительное, ничего лишнего. Можно даже немного нанести хайлайтера, если есть желание, да, то сделать немножко хайлайтер. Но это опять же, как вы любите, нравится, не нравится, хочется, не хочется. Итак, желаю всем красоты, радуйтесь каждому дню, любите себя и дарите свою красоту этому миру. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова, с вас лайк, пока-пока!